Весна – время пробуждения и обновления природы. И вместе с природой, как первый весенний цветок, в нас просыпаются желания перемен, вдохновение и энергия созидания. Нам все удается легко и радостно. В нас пробуждается желание жить и получать удовольствие от каждой минуты. Что же ждет нас этой весной? И наша первая история – любимая вами серия «Вербена» в новом прочтении. Когда-то, давным-давно, друиды готовили из вербены напиток любви. Вербена считалась травой Венеры, покровительницей всех влюбленных. Она помогала справиться с гневом, оберегала от злых сил, помогала примирению и приводила веселое расположение духа. Считалось, что вербена способна исполнить любое желание, и для этого было достаточно натереться ею. Конечно, сегодня есть гораздо более комфортные способы использовать волшебные свойства вербены. Теперь не нужно натираться травой. Можно просто открыть тюбик с любимым средством серии вербена, которая очень эффективно борется с 7 признаками возрастных изменений кожи. Вербена помогает каждой женщине расцветать. Активный антивозрастной комплекс Vitalair из вербены помогает сглаживать морщинки, делает кожу мягкой, эластичной, упругой, восстанавливает ее тонус и улучшает цвет лица. В результате регулярного применения средств серии поры сужаются и становятся менее заметными, кожа выравнивается, а ее защитный барьер укрепляется. Вербена – драгоценный цветок в нашем весеннем букете. Но это не единственная серия, которая дарит нам заряд бодрости после затяжной зимы. Этой весной сочные ароматы Витамании расцветают и обновляются. В четвертом каталоге вас ждет и новый дизайн любимой серии, и новый XL-формат продуктов. Весна – это время, когда сердцу требуется любовь, а организму – витамины. В самом деле, весенние перепады настроения часто обессиливают. Но представьте, что вы можете одним мгновением руки перенестись в благоухающее фруктами и ягодами лето. Витамания – это витамины не только для тела, но и для души. 75% эмоций формируются благодаря запаху. Исследования доказали, что от одного только аромата фруктов мы испытываем прилив приятных воспоминаний, радостное возбуждение и легкость. Невероятная сочность вкуса обязательно придется по душе позитивным, искренним и задорным натурам. Что же изменилось в любимой серии? Прежде всего, это формат. С прошлого года мы наблюдаем повышение интереса и лояльности именно к таким большим форматам, которые выгодны с точки зрения и бюджета, и при этом экономят время. Вот почему в этом году мы сфокусировались на создании качественных продуктов в XL-упаковках. Претерпела изменения и формула. Обновленная формула витаминов гелей для душа содержит соки и фруктовые кислоты. Новые гели образуют нежную ароматную пену и обеспечивают бережное очищение без сухости. Ну а любимые вами витаминные мисты, окутывающие ароматным облаком и моментально освежающие кожу и волосы – продукт, который полюбился многим. Он охлаждает, тонизирует, заряжает кожу энергией, а также прекрасно увлажняет и ароматизирует волосы. Сочный микс арбуза и дыни, интригующий коктейль из папайи и манго, тропический фьюжн из ананаса и лайма или ягодная комбо из смородины и черники. Какой же аромат выберете вы? Решать только вам. И, наконец, еще одна новинка, которая запустится следом. Это кусковое мыло в необычной стильной упаковке. По 2 кусочка в каждой. Разного цвета, разного аромата, с ярким дизайном и твердым характером. Наслаждайтесь невероятной сочностью вкусов в стильном обновленном дизайне серии «Витамания». А сиять еще ярче всем нашим зрительницам поможет наша праздничная новинка. Это мультифункциональные гидрогелевые звездные патчи One Week Miracle с моментальным эффектом, который мы представили в третьем каталоге. Они невероятно тоненькие, прозрачные, невидимые для посторонних глаз и прекрасно подходят для тех, кто спешит по утрам. В них уместно хоть за рулем ехать, по делам или в офис, хоть на завтрак в кафе пойти и быть звездой всегда и везде. Они эффективно стирают признаки усталости, разглаживают морщинки, увлажняют, придают упругость коже. С их помощью можно быстро привести лицо в отличную форму даже после не очень спокойной ночи. В этих патчах идеальна и форма, и содержание. Особая вытянутая форма помогает захватить даже самые недоступные места в уголках глаз и эффективно действует на все участки кожи. Гидролизованный коллаген уменьшает мелкие, мимические и глубокие возрастные морщины. Кофеин
мощный антиоксидант, эффективный в борьбе с признаками усталости, темными кругами и отеками вокруг глаз. А карнозин отвечает за омоложение, защищает клетки от старения и поддерживает эластичность кожи. В патчи входят и другие ценные экстракты. Это экстракт пресноводной водоросли эвглены, биологический энергетик, стимулирующий местный метаболизм, и экстракт портулака, который тонизирует, подтягивает и увлажняет кожу. Звездные, многофункциональные патчи One Week Miracle эффективны в борьбе с морщинками, темными кругами под глазами и визуальными проявлениями стресса. 15 минут в день, и ваша кожа станет отдохнувшей, свежей, ухоженной, а взгляд засияет молодостью и красотой. Вы сразу заметите результат. Одной упаковки патчей хватит вам на 30 дней при ежедневном использовании. Пусть эти дни принесут вам радость и хорошее настроение. Пусть эта весна доставляет вам удовольствие, радует и дарит спокойствие и красоту. А мы постараемся вдохновить вас нашими новинками и сделать еще краше. Спасибо, Екатерина. Я уже точно решила, что эти патчи будут в моей косметичке. Таня, а ты чувствуешь, что уже пахнет весной? Ведь сегодня 3 марта, а значит еще несколько дней, и праздник подарит нам самые волшебные ароматы тюльпанов и мимозы. Мне кажется, что лучше про стильные и трендовые ароматы нам расскажет бренд-директор направления парфюмерии Наталья Ишкинина. Давай доверимся профессионалу. Дорогие друзья, наконец наступила весна. Пора возрождения и пробуждения. Это время года всегда вдохновляет на перемены, и мы предлагаем пройти через них с нашими парфюмерными новинками. На весну мы подготовили 3 большие новые парфюмерные истории. Все они очень разные и по звучанию ароматов, и по характеру героев, образов, и по смыслам, которые мы вложили в легенды. Но всех их объединяет тема пробуждения. Расскажу подробнее о каждой. Вы наверняка уже успели познакомиться с нашей новинкой с обложки 3-го каталога – парфюмерной водой «Шанти». Мы выпустили этот аромат к 8 марта, чтобы вы могли побаловать себя и своих близких. Шанти переводится с санскрита как «гармония, умиротворение и спокойствие». Этот аромат про внутреннее пробуждение. Он про то, как важно направить свой взор внутрь себя, услышать свое сердце, прийти к себе настоящей, наполнить душу светом и любовью, и делиться этим состоянием, этими энергиями с миром вокруг. Парфюмерная композиция «Шанти» уникальна тем, что в ней есть медитативный дзен-комплекс, который благотворно влияет на эмоциональное состояние, способствует расслаблению, настраивает на умиротворяющую волну. Помимо дзен-комплекса у парфюма «Шанти» очень богатая пирамида. Вы услышите и нотки паласанта, и талуанского бальзама, и легких специй, и нежных цветов. Аромат звучит очень мягко, ощущение, будто он обнимает, обволакивает и переносит либо в спа, либо в комнату для медитации. Обратите внимание на дизайн упаковки, который продолжает и раскрывает тему внутренней гармонии и света. На пенале изящная мандала и не случайный пенал и колпачок стилизованы под малахит. Ведь малахит – это камень спокойствия, гармонии и равновесия. Говорят, он приносит счастье хорошим людям. Шанти вдохновляет нас на гармонию внутри, то наши следующие новинки посвящены гармонии с внешним миром. Мы все с вами живем в одном большом, невероятно красивом доме под названием «Планета Земля». Нам всем важно бережно и с любовью относиться к нашему общему дому, и тогда мы сохраним планету цветущей для будущих поколений. В воздухе витает пробуждение всего человечества, когда мы вместе делаем выбор во имя планеты, когда человек и природа существуют в гармонии. Мы увидели, что эта тема вам откликнулась, когда вы познакомились с линейкой макияжа It's Clear в прошлом году и решили выпустить одноименные парные ароматы. С удовольствием представляю вам первые эко-парфюмы от Faberlic It's Clear для него и для нее. В них забота о природе прослеживается на каждом этапе производства. Для наших парфюмов It's Clear мы выбрали флаконы, в производстве которых используется 30% стекла вторичной переработки. Флаконы у нас с винтовыми спреями, которые можно легко открутить, а значит каждый использованный флакон также подлежит переработке.
На флакончиках экологичные пробковые колпачки, также подлежат переработке. Даже пенал у нас стоит в себе эко-сюрприз. Он сделан из биоразлагаемой эко-бумаги, которая изготовлена из материалов, оставшихся после потребления, то есть ее производство не повреждает деревья. И эта бумага наполнена семенами. Посадите коробочку в почву, семена прорастут, а бумага полностью разложится. И все, что останется, это цветы. Парфюмерные композиции It's Clear отсылают нас к природной свежести и чистоте. И снова наши парфюмеры добавили в композицию ароматический комплекс. Речь идет о запатентованном комплексе Фитогая. Этот комплекс содержит фитонциды – это легколетучие компоненты, выделяемые некоторыми растениями. Эти биологически активные вещества способны уничтожать некоторые виды растений и играют важную роль в иммунитете растений. Кстати, термин фитонциды еще в 1928 году был предложен советским ученым Борисом Токиным. А в 80-е годы японский профессор Цин Ли проводил научные исследования фитонцидов и доказал их положительное влияние на иммунитет человека, на усиление сопротивляемости организма инфекциями. Такой вот полезный комплекс является частью аромата. Таким образом, ароматы It's Clear – это пример синергии человека и природы, когда мы берем у планеты все самое лучшее, при этом не забывая заботиться о ней, восполняя и оберегая ее ресурсы. Вишенкой на торте сегодня будет еще одна наша парфюмерная новинка. Она про пробуждение чувственности. Это аромат-провокация с овердозой молекул аттрактантов. Парфюм под названием Amore Dysiac. Мы уверены, он станет вашим секретным оружием. Итак, в этом парфюме высокая концентрация 5 молекул. Аттракталида, экзальталида, мускона, амбраксупер и романдолида. Эти слова звучат будто из древнего заклинания, не правда ли? На самом деле, все это молекулы – вещества семейства мускусов. Аттракталид – очень деликатный, пудровый мускус. Звучит на коже очень интимно, подчеркивая собственный мускус кожи. Парфюмеры его описывают как вызывающее притяжение и зависимость. Экзальталид – один из самых изысканных мускусов, которые используются в высокой парфюмерии. Он раскрывается на коже особенно чувственно. Мускон очень мягкий и слегка сладкий, придает аромату теплые, слегка животные нотки. Амбраксупер – самая яркая из 5 молекул, придает звучанию парфюма глубину и венчает это созвучие изящный романдолит. Из-за обилия мускусов парфюм не громкий, практически невесомый. Он звучит интимно, так как сидит близко к коже и сливается с ее звучанием. Кроме мускусов, парфюмер добавил Amore Dysiac – деликатное цветочное дыхание самых чувственных цветов – розы и ириса. Пусть Amore Dysiac станет вашим маленьким секретом, эликсиром, который подчеркнет вашу сексуальность и магнетизм. Очень надеюсь, что у нас получилось вас удивить, заинтересовать и вдохновить нашими парфюмерными новинками. Уверена, что сами ароматы, когда вы их услышите, найдут у вас отклик и будут поднимать вам настроение и этой весной, и весь год. Здравствуйте, друзья! Как только наступает весна, мы будто пробуждаемся от зимней спячки. Врачи доказали, что весной у нас пропадает сонливость, мы становимся бодрыми, радостными и даже быстрее теряем лишние килограммы из-за перестройки гормональной системы. Но именно весной мы часто попадаем в ловушку самоуверенности. Ведь весна – очень непростое время для нашего организма, который перестраивается, требует бережного к себе отношения. А мы спешим скинуть теплую одежду, переодеться в легкие платья, шпильки, не рассчитываем нагрузки и переохлаждаемся, не знаем меры в тренировках, проводим все свободное время в саду и на грядках. В результате получаем букет проблем, которые совсем не радуют. Простуды, растяжения, боли в суставах, проблемы с кожей. Что же делать, чтобы уберечь себя от неприятностей?
Вот простые полезные советы на каждый день для хорошего самочувствия, которые помогут вам пережить межсезонье. Что же рекомендуют эксперты? Для постепенного бережного перехода в новый сезон внедряйте не более одной новой привычки или активности раз в 2-3 недели. Так организму проще адаптироваться. Давайте телу умеренные нагрузки. Особенно позаботьтесь о ногах во избежание варикоза. Воздерживайтесь от подъема непосильных тяжестей. Это печально скажется на мышцах и суставах. Не перегревайте и не переохлаждайте организм. Не спешите расстаться с шапкой, если на улице холодно. Носите удобную обувь. Избегайте давящей одежды. Свободная одежда дает крови свободнее бежать по сосудам, а кислороду поступать к клеткам. Скорректируйте рацион. Добавьте в меню растительную пищу. Сезонные овощи или фрукты. Они станут источниками витаминов и клетчатки, которая поможет в борьбе с лишними килограммами. Но если что-то пошло не так, то наша космецевтическая линия «Эксперт Фарма» поможет вам справиться со сложностями. Итак, одна из самых частых проблем межсезонья – простуда. Весной иммунитет снижен, перепад температур непредсказуем. Один пикник на ветерке, и вот мы уже не можем заставить себя подняться с постели, пьем лекарства и хлюпаем носом. Новинка нашего 4-го каталога – фитобальзам для кожи вокруг носа. Помогает справиться с неприятным спутником насморка – раздраженной кожей вокруг носа и губ. В него входят масло ши, миндальное масло, камфора натуральная, которые ухаживают за сухой кожей, восстанавливают, улучшают ее защитную реакцию и избавляют от шелушения. А вдыхание паров эфирных масел эвкалипта, мяты, чайного дерева и листьев корицы благотворно влияет на дыхательные пути и облегчает насморк. Часто бывает, что мы не можем перейти на открытые платья и босоножки из-за того, что за зиму кожа устала, стала более сухой и уязвимой. Исправить ситуацию поможет фитобальзам с живицей, еще одна новинка 5-го каталога. Благодаря восстанавливающим свойствам живицы и кедрового масла, фитобальзам стал отличным универсальным средством. Он улучшает общее состояние кожи, питает ее, смягчает. Именно он поможет справиться с сухостью и шелушением. Живица знаменита своими противовоспалительным и антибикробным действием. А кедровое масло способствует полноценному питанию кожи и является одним из самых эффективных средств при ее шелушении и огрубении. Что же еще расстраивает нас по весне? Синяки от тренировок или неловких падений, растяжки, которые могут возникнуть, например, из-за быстрого похудения, за которым кожа никак не поспевает. Такая кожа нуждается в усиленном питании, увлажнении, улучшении микроциркуляции. И поможет ей крем-бальзам для тела с мумиё. Он помогает сохранить упругость и эластичность кожи. Алтайское мумиё, которое входит в состав, это уникальный комплекс, у него масса полезных свойств. Прежде всего, он помогает регенерировать кожу. Помимо мумиё, в активную форму входит экстракт календулы, витамин F и эфирное масло пихтовой хвои. Они дополняют и усиливают действия друг друга. Экстракт календулы идеально подходит для лечения ран, синяков и воспалений. Витамин F повышает регенерацию кожи, питает и увлажняет ее. Эфирное масло пихтовой хвои устраняет воспаление, очищает, успокаивает. Словом, крем-бальзам не только отлично борется с синяками, растяжками и снижением тонуса кожи, но и обладает омолаживающими свойствами. И, конечно же, не забываем о наших бестселлерах. Одна из самых насущных летних проблем – укусы насекомых. Хорошо знакомый вам универсальный крем с аргинином справится с зудом, покраснениями, раздражениями кожи после укусов комаров и мошки. Средство содержит биоактивную формулу аргинина, аргинин ПЦА и комплекс натуральных экстрактов – имбиря, плодов, каштана, донника, листьев подорожника. Они восстанавливают, улучшают защитную реакцию кожи. Неприятные ощущения после физической нагрузки в области суставов и поясницы поможет снять бальзам-растирка с пчелиным ядом. Он обладает легким разогревающим и обезболивающим свойством. В формулу входит также экстракт шалфея, эфирное масло чайного дерева и мяты полевой. Используйте после физических нагрузок или перед сном, чтобы проснуться на утро бодрым и здоровым. Активная прогулка или несколько приседаний у открытого окна помогут вернуть бодрость телу, улучшить циркуляцию крови, обмен веществ. А если ваши суставы с этим не согласны, используйте бальзам-растирку с сабельником. Сабельник используется с давних времен. Его целебное действие на суставы доказано научно. Эффективная формула с экстрактом сабельника, шалфея, эфирным маслом чайного дерева оказывает местное разогревающее действие на кожу. Этот бальзам прекрасно снимет напряжение и болезненные ощущения в суставах после физической нагрузки. Подведем итог. Даже если все вокруг весной только и твердят о важности быть в форме в скором пляжном сезоне, не спешите садиться на радикальную диету или изнурять себя в спортзале. Дайте телу время на адаптацию, следуйте полезным советам от Эксперт Фарма, ведь сейчас, как никогда, мы нуждаемся в бережной заботе. Будьте здоровы и активны!